Привет, ребята, с вами, как обычно, Любопыт, и сегодня я буду дальше играть в игру Ice Cream, про этого злого мороженщика, как я его называю, рот-урод. Так, выходило тут обновление такое, там было написано, добавлены хлынские предметы, добавлены вообще новые предметы, новые локации, новые головоломки, и теперь рот может карабкаться и ползать. Ну, короче, он теперь как монахиня. Так, ладно, хоть Хэллоуин у нас закончился... Он вчера был. Ну, ничего страшного. Все равно видосы-то делать надо. О, мне еще и поделка хэллоуинская осталась, которую, кстати, не доделал. Вот не знаю, ее выкладывать теперь или нет. Ну, выложу, пожалуй, все равно. Потом сделаю еще опрос в сообществе. Так, ладно. Ну, как всегда. Кстати, тут рогатка появилась, я заметил. Так, вешаем вот сюда канатик. Рогатку возьму. Думаю, она мне пригодится. Так, ты вообще... По-моему, рот должен вроде там как-то взаимодействовать с предметом, если я их в него кину. Вот тупо... Хоба! Рогатку бери. Опа! Понятно. Короче, надо ему попасть по башке, и он тогда вырубится. Ой, я идиот. Злится. Так, ладно. Рогатку я заберу. Чуть мое сердце, она мне понадобится. Не обязательно даже стрелять. Можно просто тупо бросить предмет ему по башке. Ой, что я наделал? Дурак. Так, ладно, ладно, ладно. Хватаем карту. Вокруг. Ой, так, прячемся. Откуда он пойдет? Оттуда? Если оттуда, то жух в сторону. Оттуда. Открытые двери он, не знаю, услышит. Не услышал. Так, надо забрать рогатку. Закрываем дверь. Бросаем рогатку и сразу же на детскую площадку езжаем. Пока рот не пришел. Ну все. И мы... Приехали. А откуда здесь подъемный кран? Не было его здесь раньше. Так. Короче, какую-то тут чучу отчебучили разработчики. А это что? Автоматы. Так, этот, я так понимаю, для продажи напитков. Вон тут. А, ну, типа вместо Кока-Колы Ним-Кола какой-то. Так, тебе ничего не нужно от этого автомата. Понятно. Здесь тебе нужны монеты для использования автомата. А здесь... Тебе ничего не нужно от этого автомата опять. Понятно, значит, работает для меня только вот этот автомат, и мне надо найти монеты. Окей. Лезем в трубу. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так, это что еще такое? Раньше можно было легко пролезть. Так, ворота. Вот сейчас стопудово я их не смогу открыть, надо будет что-то сделать. Эти ворота давно не используются, их нужно смазать. Так и знал. Да, дофига тут напридумывали какой-то фигни. Просто так теперь никуда не попадешь, куда раньше можно было попасть. Да, я вроде говорил, что новые локации еще добавились. Ой, блин, рот, урод. Да, там тут добавили еще новые локации. В обновлении было сказано. Я, кстати, эту игру полностью проходил, но в старой версии. Когда я вам еще показывал плохую концовку. Давай, родик. Родик, иди сюда. Точнее, туда. А я давно уже сзади. Так, ля-ля-ля. Ой, блин, а тут как нарочно все забором заделано. То есть, туда мне стопудово обязательно надо будет попасть. Ну да, точно, там же бензоколонка ядрить, колотить. Мне надо заправить карт в этом, как его, на парковке, чтобы сломать леса. Чтобы потом куда-то попасть, найти там ключ. От клетки с мальчиком, да-да-да. А теперь мне нужно обязательно смазывать эти, так сказать, ворота. Так, вот тут, я так понимаю, можно сломать забор. Если я залез тут в кабину трактором, надо, значит, как-то правильно нажать рычаг и кнопку потом. Так, эта кнопка ничего не активирует, текущая позиция рычагов. А если вот так... О, получилось. Получилось, получилось. Все у нас получилось. Ля-ля-ля.
Лезем скорее в трубу. Так. Наша цель — найти куртку охранника. О, вон она. Почти сразу нашлась. Так, в ней у нас ключик. Так, теперь надо поехать в кафетерий, чтобы найти, кто там следующий по смене будет. Ой, рот. Да, вон он ползет. Под этим. Ну, прям он как монахиня стал, серьезно. Так, хотя нет, он уходит. Так, он меня спалил, но я уже далеко. Да, будь это экстрим, он бы сейчас рванул со всей скорости. А так он там плетется еле-еле. Да и лучше всего сейчас на изи играть, потому что он тут столько всякой чучи добавили разработчики. Хрен пройдешь теперь. Стопудово они еще и в кафетерии что-нибудь саданули. Наверняка и в этот, как его, ну, в парковку. Надеюсь, хоть в гараж ничего не добавили. Так, ну да, вон тут новая дверь какая-то. Раньше ее не было. Так, можете получить доступ с этой стороны. Значит, надо туда как-то доступ заблокировать. Ой, блин, рот. Давай сюда иди, чмырь. Надо бы его оглушить. Дай-ка я тебе ключиком. Ой, идиот. Ну ничего, сейчас он уйдет. Давай, рот, уходи. Балда. Ой, ты, блин. А фиг ли я только сейчас? Музыка-то началась в погоне. Когда он меня спалил еще там. Так, рот сейчас сюда войдет. Так, ой, мусорка. Что это значит? Ну-ка, взаимодействовать. Опа-на. В мусорках теперь что-то найти можно. А что? Ты не нашел ничего интересного. Ясно, то есть в мусорках теперь еще что-то лежит. Что именно? Касса? У вас нет кода, чтобы открыть. А, наверняка код в одной из мусорок. Окей, давайте тогда в мусорках шариться. Поиграем в бомжей. Ни хрена. Сейчас самое главное, чтобы рот не пришел. Ни хрена. Ой, рот. Давай, блин. Дайте я как-нибудь ему в бошку засандалю ключ. Вот. О, есть. Все. Я его вырубил на некоторое время. Он не падает, не дохнет. Хотя я заметил, он может дохнуть только в этом, как его. На призраке. А так он вырубается просто тупо. Давайте-ка еще разик. На тебе. Так. Выскочим пока в окошко. Я бы все равно не успел исследовать мусорку. Рот, уходи. Дай мне спокойно исследовать мусорку. Надеюсь, он не слышит, как я в ней копаюсь. Ты нашел лист бумаги с кодом. А, вот глухой, не услышал. О, спалил меня, так. Окей, а что я там найду на кассе? Интересно. Так, давайте-ка попробуем применить код. Чё тут? Монетки! Это круто. Значит, я их должен поместить в автомат. Так, блин, сюда идет рот. Так. Блин, вырубить я его не успел. Все, иди в жопу.
Иди в жопу, рот. Так. Ну-ка. Кто там у нас? В следующем по смене будет Брэд. Понятно, значит, мне надо искать удостоверение Брэда. А, вон он меня как спалил. Ладно. Меня сейчас больше ключ интересует. Поэтому погнали. Хотя... Нет. Ой ты, блин, зараза, рот. Так, давайте-ка отнесем и ключ, и монеты в машину. Съездим сначала на площадку. Так, рот, иди сюда. Иди сюда, рот, урод. Хоба! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно. Ой, куда я зашел? Он же меня здесь достанет. Так. Окей, продолжаем. Я тут просто есть ходил. Так. Что-то я хотел сделать. А, монетки хотел взять. И отнести их в машину. Самое главное, роду на глаза не попасться. А он вон. Паскудник. Ой, блин, промазал. Хотел ему в лобешник зарядить. Ну ладно. И так сойдет. Хоба. Ну ладно, поехали тогда сначала на детскую площадку. Так, чью там надо карточку брать? Брэда вроде. Да, Брэда. Ты, ни хрена себе! Как-то он тут оказаться успел. Блин, мне сначала показалось, он как-то рандомно ходит. А нет, он гонится все-таки за мной. Так. Бегаем. Так, поздравляю, трактирую автомат с игрушками. Так, что мне там вылетело, интересно? Может, пистолетик какой-нибудь игрушечный? Если так, то было бы неплохо. Надеюсь, что да. Сейчас посмотрим. Пейнтбольный пистолет, о да, я знал. Я знал, ну все, рот, тебе кранты. Хоба! Все, о! Сдох? А, понятно, то есть пистолетом его можно, этот, так сказать, ошеломить. Ну, вырубить, короче. Можно пистолетом. Круто. Крутотенюшка. Так, ладно. Супер. Можно ехать тогда на парковочку. Ля-ля-ля. Так. Окей. Идем открывать. Так, это у нас тут что за дичь? Всегда был открыт этот гараж. Теперь и дарить колотись, так надо теперь еще и попасть по этому, как его, по кнопке, чтобы его открыть. Ну это жесть вообще. Разрабы, нафига делать игру такой сложной? Рот. Где он там? Рот, ты где? На это он не бегает. Так, ладно. Го наверх. Ой! Вот зараза. Ладно. Сейчас мы ему зарядим ключом по башке. Где он? Ушел? Вон он. Идиот. Ой-ой-ой. Это не есть гуд. Нет. Лучше смотаться. Подождать. Ничего, он за мной, за нами погонится или нет? Так, блин. Извините, я тут прикрыл случайно пальцем динамик. Потом, возможно, плохой звук был. У меня все равно получается, я как-то пальцами динамики прикрываю,
как бы я ни играл. Ой ты, зараза. Так, все, он меня заметил. Он должен спуститься. Сейчас я его выманю. Ну давай. Чё я наделал? Ничего. Сюда иди. Иди сюда. Хобам. Ля-ля-ля. Так. Род. Ну ладно. Ладно. Давайте сейчас его поищем. Вон он где. На пороже. Так, берем ключик и линяем. И линяем наверх. Так, где у нас тут кабинет? Вот он. Вы открыли кабинет. Так, на полках что-нибудь есть? Ничего. А тут тоже ничего. Так. Окей, нам нужен... Нужно удостоверение Брэда. Вот, Брэд. Так, а теперь... Ран. Хотя, наверное, откроем-ка сначала гаражец. Так, давайте-ка лучше пройдем пешочком. Я имею в виду... Ну нет, мы и так пешочком ходим. Я имею в виду вот здесь. А не по лестнице. Так, удостоверение закидываем сюда. Берем пистолет. Ой! Ты откуда взялся? Блин. Ну вот, он меня заморозил. Так, сейчас он меня приведет в гараж. Так. Ну тут у нас, как всегда... Ничего нового. Вот, изолента. Изолента. Так, надо провода смотать. Самое главное, чтобы сейчас рот не включался. Я слышу его. Срочно погнали... На парковку. Я одного не понимаю, как он здесь оказался так быстро. Он что, стелепортировался, что ли? Этот рот. Так, ладно. Хотя, может быть, он и спуститься успел. Так. Окей, нам надо как-то попасть вот в эту мишень. Лады. О, попал. С первого выстрела. Так. Ля-ля-ля. Так, здесь у нас все закрыто. Но этот все равно надо сначала заправить тачку, прежде чем на ней ездить. Ладно. Погнали. Так интересно, если я брошу пистолет, рот придет? Если придет, то насколько быстро? Ну. О, я его слышу. Идет, наверное. Если он придет, то он сейчас же получит краской в лоб. Да хотя черт с ним, с этим родом уродом. Нам надо в кафетерию. Ну, точнее, в кафетерий. Могли бы нормально перевести. Кафетерий, а не кафетерия. Слова такого нету. Кафетерия. Так. Думаю, лучше сразу поставить роду синяк между глаз. О, вон он, кстати, идет. Вон он. Чтоб не мешался. И желательно за пределами кафетерия. Так, иди сюда. Иди сюда, чмырище. Я тебя заведу в угол, и тебя никто не найдет.
Там ты получишь между глаз. Вот из этой штуки. Хаба! Ну, не между глаз, но все равно. Самое главное — по башке попасть. Тогда он... Ну, не рипнется, конечно, но... вырубится. Так, где тут моя ключ-карта? Чпикс. Все. Больше она мне не нужна. Или хотя нет. Может, там все остальное надо будет еще открывать. Так, я получил доступ к кладовке. Так, ладно, делаем все быстро, пока рот не очнулся. Так, ля-ля-ля. Тут спуск вниз. Ну да, у меня тут все уже автоматически open. Все автоматически открылось. Так, ладно. О, масленка. Круто. Круто, что мы масленочку нашли. Погнали тогда... это, как его... смазывать. Так, нам надо на детскую площадку. Будем смазывать забор. Так, и, наверное, сейчас смажу забор и побегу с бензином. Тут за канистрой, а не за бензином. Так, ты смазал ворота, теперь их можно открыть. Да. Супер. Это мне больше не нужно. Оп, только вот сейчас сюда рот придет. Поэтому лучше подождем. То сейчас я поползу, а там рот мне навстречу. Хотя вроде нет. Может, я слишком далеко бросил, чтобы он услышал. А может, он там ползет уже. Да нет, вроде. Ой-ой-ой. Так и знал, зараза. Линяем. Линяем, линяем, линяем. Вон он за нами ползет. Чмырище. Нет, у меня сейчас пистолет. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. Ой, у нас же есть масленка. Точно-точно, можно же ему масленкой по башке зарядить. Блин, вот только надо... ухитриться, зарядить ему в башню. О! Блин, я уж думал, что забагал его. Ой-ой-ой. Да хотя черт с ним. Я сейчас просто тупо убегу. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не оставив шанса злым мороженщикам. Так, ладно. Окей. Нет, мне надо, кажется, еще надо в кафетерий сначала съездить, потому что я там забыл свой пистолетик. Да еще и то место не исследовал. Какой-то там подвал был или что-то в этом роде. Так, во-первых, где я бросил пистолет? Где-то здесь. Во. А, тьфу, да здесь же ключ-карта. А пистолет я где бросил? Там? Может быть. Ой, тут народ идет. Чё ж он меня не видит? Я ж вот... О, наконец-то увидел. Я уж думал, он ослеп. Вон я прям перед его самым носом стою, а он меня не видит. Не знаю даже, какая музыка была круче, новая или старая. Мне кажется, что старая музыка поприкольнее была. Музыка погони, я имею в виду. Так. Окей. Вот мой пистолет. И мы спускаемся вот сюда. Так, что у нас здесь? Ключ от склада кафетерии. О, понятно. Так. Ладно, ключик приносим сюда.
Рот пытается вылезти, у него не получается. Сейчас он выйдет. Вон он. Куда он пойдет? Сюда? Смотрим внимательно. Возможно, он сюда придет. Нет, он идет туда. Значит... Ой-ой-ой-ой-ой! Берем пистолет и линяем. Все. Иди нахрен, рот. Иди нахрен, рот, урод. Мы поехали тогда опять на парковку. Если там сказано, я подобрал ключ от склада кафетерии, я так понимаю, этот склад где-то на парковке находится, потому что здесь его нигде нету. Ну-ка. На нем есть номер 235. Значит, нам нужен 235-й гараж. Так. 214, 215, 212. Так, куда нам идти? Так, 216, 217. А, так. 201. Не понял. Внутри, может быть. Блин, самое главное, роду не попасть на глаза. Вот ты, блин, так и знал, ёп! Так и знал, зараза, у меня последняя жизнь осталась. Вот рот, урод. Ну, хотя нет, это не последняя жизнь. Опа, мяч для регби. А, ясно, теперь стекло надо мячом разбивать. Где у нас тут лежит канистра? Надо канистру заодно у него стащить. Вон она, канистрочка. Канистра у меня. Теперь можно опять ехать на парковку. Застоять, нахрен мне это надо. Мне же надо еще заправить машинку. Погнали-ка назад. На площадку. Рода здесь, слава богу, нет. Никто нам не помешает. Так, а откуда здесь опять ворота взялись? Ну... А, все, все, я их смазал же. Я же их смазал, я их открыл. Но рот сейчас примчится на шум. Это 100%. Ладно. Так что за... Этот заполним канистру бензинчиком. Так, ну посмотрим, сейчас там полезет рот или не полезет. И это у меня, кстати, не последняя жизнь. Последняя будет следующая. Так. Ой, рот! Как насчет того, чтобы зарядить ему в башню канистрой? Ой, идиот. Опять я промазал. Ну, ничего страшного. Ой, он там ругается. Мне показалось, ли он там реально ругается. Ну, естественно, я же ему канистрой зарядил. Она же тяжелая, ядрить, колотить. Уехать я пока не могу. Ля-ля-ля, погнали вот теперь на парковочку. Долгий у меня видос выходит, да, потому что тут столько всяких головоломок наляпали. Рот. Рот. Тьфу ты, блин, я думал, он где-то рядом. Заправляем тачку. О! А почему вы зон не сделали?
Понятно, короче, если я его не заметил, то музона нет. Нечестно. Так, все, вот теперь у меня последняя жизнь. Сволочь, этот рот. Так, блин, надо его нахрен пристрелить, чтобы не мешался. Так, о, у нас тут второй холодильник, в котором ни хрена нет, кстати. Где-то должен быть ломик. Эти, как его отдирать? Доски. Закрыто. Ядрить, колотить, лом где? Он обычно всегда тут был, в этом углу. Ой. Нет, тут дичь. Просто тупо всякая дичь. Мечом я это не выбью. Так, да тут точно нужно найти лом. Да, лом. Вопрос, где он? Вот это вот вопрос к вопрос. То вашего лома здесь просто нигде нету. Так, где этот лом? Ну, блин, я отсюда выбраться просто тупо не могу. Не могу найти этот чертов лом. Так, ладно. Внимательнее посмотрю на полках. Да ни хрена. Зараза. Так, хотя... А если вот так вот? Да нет. Ничего нет. Вот все раз. Окей. Блин, я разбудил Рода. Ну ладно, черт с ним. Пускай он уйдет. Нам надо ехать. Нам надо ехать на парковку. Ой, Рот. Вот, блин, сейчас с ним мне как раз сталкиваться нельзя. Все. Так. Сразу возьму, пристрелю к хренам собачьим этого Рода. Давай, Род, сюда иди. А, вот и ты, злой чмырь, получи. Так, все, теперь дай мне забрать мою точилу. Так, но прежде чем ехать, открою-ка я этот, как же его там, гаражик. Так, кстати, а где там этот-то просрал свой ключ? Вот он ключ, 235 номер, так, 230, тут уже 240 пошли, 28, 31, 33, вот, 35. Так, и что у нас тут интересного? Так, всякая дичь и кусачки. Ну да, они мне понадобятся. Они мне понадобятся обязательно. Я знаю для чего. Но сначала надо тогда поехать. Но, увы, почему-то... Ну, я хотя в этой версии не пробовал, может, пофиксили баг. Но, в общем-то, если я еду к Роду на машине, он меня все равно заморозит. Я-то думал, я его собью, а он меня замораживает все равно. Так, все, леса я сломал. Надо бы их еще и с той стороны сломать. На всякий пожарный. Все,
Давай, пролезай. Во. Так, окей. Сюда, походу, теперь рот пролезть сможет. Я так полагаю. Так, надо вот это вот перерезать. Рот. А, может, но не может. Круть. Ладно. Отсюда надо поехать. Стоять. Там рот. Лучше не надо. У меня последняя жизнь. Рисковать не будем. Рот. Он все еще там. Он забагался тупо. Он тупо забагался, ребята. Я его забагал. Я забагал рода. Да, но думаю, стоит мне пошуметь, как он сразу же разбагается. Так что шуметь не будем. Ладно. Вот мои кусачки. Так. Нам же вроде наверх надо. Да, нам надо наверх. А вот он, рот. Зашибумба. Окей. Не обращай на меня. Он меня заметил. Но не ползет. Так. Обрезаем трос. Отлично, мы тут все расчекрыжили. И спускаемся. Так. Дневник рода? Так, 27 сентября... Ну, я его читал, этот дневник, я вам скажу. Так. 27 сентября 1972 года. Наконец-то я это сделал, машины готовы. Не могу дождаться, чтобы получить секретный ингредиент. Это было сложнее, чем я думал. Записи были не очень четкими, но все, что я собрал во время моих поездок, было полезно. К счастью, мой фургон достаточно большой. Теперь мне придется начать тестирование на человеческих образцах. Полные дети будут хорошими лабораторными крысами. У них много материала, и никто не будет скучать по ним. Так, теперь мне... А, ну это 3 января 1973 года. Это здесь этот, как его... ошибка. Это вот уже другая запись. Это здесь она должна быть. Так, 8 апреля 1974 года. Я думаю, получится. Неделю назад я начал продавать первое специальное мороженое. И сегодня, проходя через ту же улицу, я встретил одних и тех же детей. Я был очень удивлен, узнав, что все они страдают ожирением. Первое мороженое, все дети становятся толстыми. Если я получу правильное количество секретного ингредиента, то второе мороженое может убить их. Однако у взрослых все по-другому, так как вам нужно добавлять больше секретного ингредиента. Чтобы отпраздновать, я собираюсь ходить по магазинам в магазине комиксов и покупать специальные выпуски. Так, 15 июля 1975 года. Сегодня начинается мое царство восхитительного террора. Все готово. Я пойду по улице, где живет Даниэль Дже, и дам ему одно из моих суперспециальных мороженых. Как рано он может отказаться от него? Я добавил необходимое количество секретного ингредиента, чтобы убить его. Он покинет этот мир в течение 2 часов. Без сомнения, это гораздо меньше, чем он заслуживает. Я мститель, я герой, я род-производитель мороженого. Так, а может он... кому-то мстит, серьезно? О, а вон тут еще запасная его маска, кстати, лежит. Я вот тут думаю, а может он просто кому-то мстит? Может, кто-то ему насолил, и он мстит им? О, комиксы. Жалко, не могу рассмотреть про чё. Хотя вон тут немного видно. О, Том и Джерри! А, нет, это не Том и Джерри. Тут какой-то другой кошара. Мне показалось, там про Том и Джерри комиксы. Так, должен быть запасной ключик. От клетки с мать. Да, вот он, ключ от клетки. Так, ну, чё, я не лезу никак? Давай лезь. А, тьфу, я ж не с той стороны лезу. Балда. Вылез. А рот всё ещё здесь. Ой, блин. Зря я так делаю, он сейчас разбагается.
Ну, короче, все, прощай, рот. Все. Прошел я эту игру в новой версии. Да, в новой версии ее пройти гораздо труднее, чем в старой. Окей. Нам надо теперь назад в окрестности ехать. Ну, а теперь рот, походу, просто так ступ стал убийцей. Нахимичил какую-то дрянь, подмешивает ее в мороженое. Так, вам нужно поехать в окрестности, чтобы использовать ключ. Ну, все. Все. Вот и закончилась игра. Там еще обещали сделать продолжение, но его пока нету. Все, ты свободен, пацан. Так. Все. А рот уехал. Все, ему зон такой. Хлопает он от радости. И дал мне опять этот блендер. Зачем он мне, я пока не знаю. Вон, игра окончена, продолжение следует. Что, все? Ну что ж, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Я постараюсь сделать больше игровых видео. До свидания.